Вот я вспомнила, как помню эти бомбайки. Убирай подчальки. Сколько ребят нас знают, слышали о нас? Супер! Мне нужна будет ваша поддержка, если кто-то был даже на концертах. Я спою наш последний сингл, который вышел весной, называется «Кудрями рыжими». Ну, вы знаете, что петь, да? Поэтому поехали. Все, проспать и собираться наспех, выйти через неудобный проспект. В коридорах домов ничего не понять и поднять самого себя на смех. Потеряться, не мотывать круги, спотыкаться, завязывать шнурки. Суетясь и узнаться за толпой, и случайно мне встретиться с тобой. Все как попало сегодня, заботы характера самого разного. А я в тебя врезался, поднял глаза и не помню, куда я. Yeah.
время. И совсем последняя песня, наверное, одна из моих любимых. Если вы знаете, давайте петь. Рандеву. Еще раз. Спасибо. Ну какая молодец ты, у твоей бывшей был отличный вкус. Школа с красным аттестатом и столичный вуз. Даже не удивлюсь, если ты готовилась с детства. Не думал я, что так легко влюблюсь. Приходишь на бюджет, ты ходишь послушай на пары. А я 100 лет уже пою за копейки по барам местным. И так уверен, что стану известным. Я постоянно пью и пишу эти песни. Мы должны были не встретиться никогда. У нас разные углы и города. Сегодня, конечно же, работает в очень напряженном, прекрасном режиме. И вот под финал сегодняшнего вечера у нас сегодня здесь певица Асмуэль, Ксюша. Еще раз аплодисменты от публики здесь, присутствующей, конечно же, которая служит клубу приемников. Ксюша, знаешь, что хочется? Во-первых, еще раз поблагодарить тебя за то, что ты здесь сегодня с нами. Во-вторых, очень хочется, чтобы тебе запомнилось это выступление, когда в последующих интервью тебе будут задавать вопрос, а где было ваше самое необычное выступление, где был ваш самый необычный живой концерт? Ты бы сказала, конечно же, в открытой студии Авторадио в музеоне на берегу Москва, реки, в самом центре столицы. Мы будем об этом мечтать, нам будет очень приятно. Мы тебе желаем, чтобы случился хороший старт у твоей... Я стала мертвой.
чем чай, и слишком сильно теперь растворялась. Я разрушаю все, чему прикасаюсь. Я ведь так долго к тебе прикасалась. Мы стали теми, кем не хотели. Ссора за ссорой, скандалы и ругань. Как получилось, что нам стало важнее слушать себя, не услышать друг друга. Я была бы всем для тебя. Я была бы всем, но ты все испортил. И мы бы вовсе для тебя. Я закончил только на грустной ноте. Я была бы всем для тебя. Я была бы всем, что бы не случилось. Но мы бы вовсе для тебя. Я спою о том, что не получилось. Но каждый сон как вещи. Ты в нем такой настоящий. День сменяет вечер, но ты не меняешься. Все как и раньше. Могла за тебя и в море, и даже в том горящем. Но это не наша история. Ведь все закончилось и не начавшись. Я не ищу виноватых или ищу, наверное. На словах был богатым, но оказался на чувства бедным. Все было как сказано, но не скрою. Если ты просто сдался, это уже не назвать любовью. Я была бы всем для тебя. Пришел сюда, кто поддержал наше шоу, и мы, конечно же, приглашаем вас в день следующий. У нас действительно большая концертно-развлекательная программа. Вы видите, гости каждый день. До конца этой недели у нас Денис Клявер, Бурито, Дмитрий Колдун и многие-многие другие. Так что до встречи завтра в 6 вечера, как всегда, на волнах Авторадио и здесь, в парке Музеон. Всем пока, друзья! Счастливо! А то сейчас еще последние песенки споем. Москва. Вечер.